Так, всем привет, дорогие подписчики, дорогие гости канала. Сегодня, ну он уже включен, попискивает. Выбрались просто послушать. Зима, минус 5 на улице, промерзший грунт, снег, короче. Просто послушать, как работает Extreme Hunter XP Deus 2. По поводу, что я сейчас уже тут 10 минуток потестил. Есть у прибора дискриминация. Это дискриминация не от железных целей, а от поверхностных целей. То есть, чтобы мы не останавливались возле каждой поверхностной консервной банки, включается дискриминация AIR. Сейчас он у меня на двоечку, чтобы там, ну, самые поверхностные цели убрать. Звук через блок, естественно, чтобы вы могли слышать. Ну, как оно будет вам слышно? Ну, надеюсь, будет... А, мы сделаем вот как. Мы сейчас дадим... Держи. Вот цель. Цель закончилась. И черную полосу вам рисует на дисплее с этой стороны. Цель. Ну вот как-то так. Будем продолжать. Может, еще что-нибудь вам покажем. Если, ну вот, цель. Если в этом есть смысл. Вот как-то так работает. Кстати, ребят, хочу... В своих распаковках я не сказал. И, судя по комментариям, не все поняли. Это, ну вы же знаете, и у других фирм-производителей, и у самоделкиных есть глубинники. Это именно мультичастотник, как и Deus 2, обычный, с обычной катушкой. Он работает одновременно на нескольких частотах. Вот. Цели от 0 до 5 метров засекать может. Ну, 5, я так понимаю, это цели очень крупные. Прибор заточен именно под поиск крупных, глубоко лежащих целей. То есть, если мы приходим на какую-то поселуху, где куча гвоздей, мелкого там кровельного железа, приборы не пробивают, ну, на глубину метр-два, вот этот будет игнорировать, ставим Discrim AIR, поверхностные цели отсекаем от 1 до 5 и ищем горшочки. Вот, ну, не знаю, может, еще включимся, ну, как бы, вот как-то так это выглядит. Кстати, ребят, еще одна идея у меня возникла. Все знают, наверное, что есть места, которые не пашутся. Но когда-то там были поселения. Ну, не пашутся вообще. То есть там вот такая вот трава. Мы, в принципе, можем отрезать поверхностные цели, чтобы возле каждой консервной банки не останавливаться. И вот на такой вот высоте идти по глубокой траве, где завязнет обычная катушка. Я считаю, интересный способ хотя бы на крупные цели проверить место. Так, ребят, вот мы кинули небольшой металлический предмет, чтобы показать вам, как работает Discrim. Отсечение поверхностных целей. Сейчас мы Discrim AIR на пятерке. Смотрите, что будет, и слушайте. А теперь мы Discrim AIR убираем.
То есть он уже высоким тоном отреагировал. Ну, вот так работает отсечение поверхностных целей. Так, ребят, вот сейчас засекли поверхностные цели. То, что эта цель поверхностная, узнали под дискрим АИР. Отсекли до пятерочки. Слушаем, низкий тон. А, вот они. Давай-ка послушаем на окрест. Ребят, нашли какие-то крупные очень цели. И глубокие, и, наверное, больше поверхностные. Смотрите на экран и слушайте. И уходим отсюда. Ребят, интересная цель. Тут уже поверхностные пошли. То есть это относительно глубокая, хорошая цель. Копать не будем. Автомат какой-то в пизду. Этот автомат я не трогал. Поиск частотный сдвиг. Он и так тихо работает. Переехали, ребята, еще несколько десятков километров. Здесь конкретно был царский фундамент. Ну, напомню, зима, все промерзшее, копать мы не будем, но для любопытства послушаем. Вот, на такие подвиги идем среди зимы. Напомню, кому не жалко, кстати, расходы на бензин, там карта в описании, мир. Можете кинуть копейку, а то мы вон трудимся. Так, грунт откачаю. Грунт откачивается вот таким вот образом. По умолчанию был 88. В принципе, особо не изменился. 87 в этом месте. 86. Ну, пускай будет 86. Погодка классная. Полное безветрие и легкий морозец. Вот такая-то цель. Сейчас я еще раз пойду, да. Блок. Дискрим АИР, отсечение поверхностных целей на максимум, пятерка. То есть это
не поверхностная цель. Раз горшок. Ну вот там горшок. Надо поставить флажок, весной приехать выкопать. По-любому горшок. Красивенький сигнал. О, еще горшок. А вот тут какая-то большая цель. Интересная. Напомню, это царский фундамент. Здесь царей находили. Блин, надо ставить еще флажок. Куда тут еще? Звуковой отклик у меня стоит на двоечку, поэтому вот относительно неглубокая цель, но и не совсем поверхностная, потому что не бубу, но звук громкий. То есть тут надо по звуку ориентироваться. Ну вот еще на склоне горочки туда может пройти. Вот склон и туда вниз идем. Давай. Вот по тому склончику. Что-то было. Вот красивый мягенький. Там новая началась цель. Вот красивый, мне нравится. Вот этот мне понравился. Опа! Еще раз цель. Тут все в горшках. Их тут много. Поверхностная была. Ну вот так работает, ребят. Поверхностное железо. Еще раз. Кстати, ребят, прибор невероятно стабильный, чувствительность 95, скорость 1, дискриминация АИР 5, звуковой отклик 2. Ну, такие настройки. Грунт откачивал вручную. Вот видите, целей нету, и реально идешь тишина.
Ну, в принципе, ребят, что смогли, вам показали. Нам, в принципе, интересным показался прибор. Прикольно это все, действительно интересно. Ну, до тех пор, конечно, пока не представляешь, как это копать. Посмотрим, может быть, по весне мы придумаем. Нам бы хотелось и вам показать, и самим узнать. Конкретно взять, например, мешок там советов там или чего-то. Как он на клад реагирует, как он на какую-то железяку реагирует, на разной глубине. И постараться хотя бы для себя понять по звуку, пусть даже в наушниках, ну как-то отсеивать. Ну все же ты копать не будешь, ну это просто трэш будет. Вот, хотя бы как можно определять какие-то примерно интересные для нас цели. Надеюсь, что если получится, весной мы это вам покажем. Не забываем подписываться на канал, пальчики вверх. Всем пока, жду вас в комментариях.